Решили прикупить мультиварку в Окее, она стоит 3,790, сейчас акция какая-то, так стоит 6,200. А зашли на сайт Эльдорадо, и у них такая мультиварка стоит 4,995 тысяч. И вроде как у них есть такая функция, если нашел товар дешевле, можешь заполнить форму, и они тебе обещают прислать смс-ку с промокодом, и ты купишь еще дешевле. Короче, не ведитесь вы на всякие такие штуки. Все развод, все врут. Да. Нет, так я в этом плане тоже все прекрасно понимаю, так причем я ей пришла, я ей вроде объяснила, она сказала да. Я говорю, а что-то поменяется, там еще на какие-то бумажки нет. 9, как получить из этих трех чисел? 9? Ну да, не так уж это легко. Так 2 плюс 3 плюс 4 сколько будет? Не знаю. Ну посчитай. Goodbye. Hello или goodbye? А теперь посмотри на две картинки и скажи, где hello, а где goodbye. Ты с нами? Да. А еще вчера она не хотела, чтобы ты с нами шел. Почему она захотела, чтобы ты с нами пошел? Я скажу. В чем тайный смысл? Угу. Она стебануться решила, думала, я не пойду. А-а-а. Потом сказать, типа, ну я же предлагала. А ты взял и пошел? А я взял и пошел. Надо же это шоу посмотреть, нельзя пропускать. А, ты хочешь заснять шоу? Конечно. Шоу must go on. Получишь себе шоу. Не успел. Да он, зараза, писец как побыстро. Вообще хрен успеешь. Там очень холодно. Да ты на Чукчу Якутского похожа. Да, это просто пипец. Я скоро еще пушистика своего прилеплю. А я, если стою, я нас слышу, я тоже буду такая. А если кто крикнет, то я буду слушать радио, да? Я такая, ты что, пацан? И такая, помолчи-ка. Да. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Заходите. Ой, сейчас я такое найду. Сейчас страшно. Сейчас. А вы где находитесь-то? Ну что? Ты же говорил, что будешь терпеть. Чё такие глаза-то горькие, печальные? А? Чего? Не, пошли. Тележку будешь брать? Тележку будешь брать? Как ты так не сдержалась-то, объясни мне? А? Да не больно вроде. Так, рецепты. Каша, кисломолочная, вот, копчение, курица копченая. Ингредиенты. Нам нужна куриная. Не вижу. Поломалась. Куриная... Жидкий дым, куриная грудка. Куриная грудка, полкило. Да, вон она. Полкило, посмотри. Какая-то она, блин. Грудка полкило. Грудка полкило. Ты тебя вшторил, теперь будешь все готовить? Да, здесь, блин, пока выделишь.
А это что такое? Ребрышки с дымком. Плавленый. Только разогреть. 460 ровно. Ну да, бери, это все равно в суп. Что еще? Жидкий дым, да? Жидкий дым, плавленый сыр. Сыр вон он. Плавленый? Наверное. Ну возьми 25. Такой. Если тебя смущает. Такой нам нужен, да? Ну да. Что он состоит? Херово, да? На, короче. Ну что, попробуешь гороховый суп? Да. Обещаешь? Обещаю. Даешь слово? Да. Сколько попробуешь ложек? 8. Мужик. Уважаю. Вкусняшка. А где мама? Смотри, что продает. Прикольно. Вместо чипсов взял, идешь грызешь. Ага. Круто, да? Есть. Но морковка еще ладно? Всякие салаты есть. Прикол, вот эти мне наборы тоже нравятся. Блин, раз пихал, блин, затолкал, а тебе суп. Чтобы не тащить, блин, хер знает сколько. Копченая колбаса. Я даже не знаю. Я потерялся. Выбор огромный. Что ты сегодня мне готовить будешь? А? Что ты мне сегодня готовить будешь, женщина? Гороховый суп копченый, да? Улица копченая. У нас один день копченый. И компот? И тарфун. Понял. Покажи манту свою. Слышь? Еще ничего нет. Не замерзла, что ли? Нет. Морковку. Нет. Морковку было, да? Ну ты любишь. Любишь меня подстёбывать? Ну, даже это постоянно делаешь. Никогда не делаешь. Да. Ты только сопли за тобой утираешь. Не утираешь. А что я делаю? Все разгребаю, сопли вытираю, блин. Ты косячишь, я разгребаю. Не? Коммуникационный вопрос. Что готовить? Она такая не горячая. Кто? Ну, она. Она это кто? Микроволновка. Не микроволновка, это мультиварка, и она горячая, наоборот. Ну да. Типа там процесс же происходит. А что сейчас готовишь-то? Курицу? Да. Круто. Да. Ну сколько у тебя сегодня стрим? В 19:30. Я новый канал сделал для стримов. Ну как новый, он старый. Старый-новый. Старый-новый. Ну, короче, для стримов специально. Не хочу стримы. Мы только болтали. Не хочу стримы на общий канал лепить. Короче, на общем канале, походу, скоро одни влоги останутся. На основном, точно. Ну, тогда вообще зашибись. Тебя мне больше ничего не интересно снимать. Можно пыжиться сколько угодно, блин. Пытаться что-то, блин, придумать, а... Через себя все равно не пойдешь. Ну, меня тошнит от всего. Реально тошнит. Единственное, что мне нравится снимать, это влоги. Больше ничего. Значит, либо смотрите влоги, либо ничто. Либо кукурука, сам... да? Она так и есть. Кукурука она? Кукуруку или ничего? Да, кукуруку. Просто, блин, когда через себя начинаешь пытаться что-то делать, получается, сначала шняга, потом попадаешь в депрессию, блин, на несколько дней, а то и недель. Я вообще ничего делать да, не хочешь. И мне это не нравится. И мне это не нравится. Поэтому проблема влогов то, что продвинуть их и раскрутить сложно. Но, блин, я хотел заниматься любимым делом, я и буду им заниматься. Как-то так. И решил я уйти от стиля Кейси, блин. Выключить говно.
Будешь свой стиль делать? Да, буду свой стиль. Ламповый. Ну, такой. Вот есть настроение, такое будет веселенькое. Нет настроения, будет. Короче, будет как обычно. Как хочу я, так и будет. Как я вижу. Все, затрахали меня все. Все, задница. Правильно? Да. Передай какой-нибудь привет моим подписчикам. Скажи, что ты о них думаешь. Так прям на камеру. Ну, они же хорошие. Но есть, конечно, там мудаки тоже. Не, у тебя хорошие подписчики. Когда у тебя падает настроение, они тебе все пишут, что... А они у меня падают, заметила почему? Я снимаю влоги, снимаю, у меня все хорошо, настроение классное. Я, хоп, пытаюсь, блин, что-то другое сделать, какую-то тему найти, что-нибудь там. И у меня там через 2-3 таких видео реально наступает депресняк. Ну, потому что мне не нравится это делать. Меня реально ломает от этого. Вот. А, точно. Абхазия. Что у нас? Мама такой, путешествие, да? Ага. Диванный, блин. Беларусь. О. Самое клевое место. Вообще я в Крым хочу. Крым. Быстрее будешь, да? А вообще, что хотим, то творим. Да. Точно. Вообще не в Крым, а в Сочи поедем. Не, в Сочи. Там этих самых много. Тогда в Крым. Не русских. А в Крыму все свои родные. Можно открывать? Подогрев, она не остывает, чтобы не остыла. Это стратег прям настоящий. Молодец. Погнали. Хороший бобик. Сам бобик.